Сегодня в Москве Совете Федерации России награждали маленьких героев. Торжественная церемония для детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших людей. Среди награжденных и юный герой из Новгородской области Михаил Дмитриев. В апреле этого года 15-летний школьник из села Грузино Чудовского района спас двух детей, провалившихся под лед. Возвращаясь домой, он услышал крики о помощи и увидел, что его сосед пытается вытащить из водоема двух мальчиков, но вот-вот сам окажется в беде. Без раздумий подросток бросился на помощь. За смелый и мужественный поступок герой был поощрен государственной наградой. Медалью за мужество в спасении и благодарностью директора Росгвардии награждается Дмитриев Михаил. Медали сегодня получили 20 ребят из Башкортостана, Бурятии, Дагестана и еще 15 федеральных округов. Всего же в течение этого года в Верхнюю палату парламента поступило более 200 представлений о героических поступках детей. У этих подвигов разные истории, экстремальные ситуации, но у всех ребят большое храброе сердце и готовность прийти на помощь.